Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Счет. Я хочу вам сегодня показать очень простую технологию обработки кармана в боковом шве. Очень удобно и очень практично, и легко и просто в обработке. Карманы, карман, листочка в боковом шве. Очень просто и легко это обрабатывается. И я сегодня вам вкратце расскажу, какая здесь технология обработки кармана листочки. Карман листочка здесь идет 17 сантиметров, 16. Ширина на 3,5 сантиметра. Ширина листочки очень удобная и очень аккуратная листочка. Это обычная листочка. Если кто знает, как обрабатывается листочка, вы можете это сделать просто и легко. С изнаночной стороны идет по боковому шву. Видите, здесь идет кожаный подзор с мешковиной. Вот он. Полностью все одинаковое. Вот эта вот часть по, как листочка, вот эта вот именно часть, где идет эта строчка. Вот она. Я все вам открываю и показываю, как здесь наклеен долевик. И, как обычно, обрабатывается карман листочка. Очень упрощенная. Здесь соединяется с шелковой подкладкой, а эта сторона идет полностью кожаный. Вот этот подзор, мешковина. То есть это идет подзор, это мешковина. Это все, вся эта часть. Очень аккуратно обработана и очень-очень практично. Я с вами поделилась этой технологией. Карман очень удобный и практичный. Этому пальто уже много лет. Этот кардиган много лет и очень-очень практично. Также здесь на левой полочке есть внутренний карман. На предыдущих уроках я вам показывала, как приблизительно сделать такую простую технологию этого внутреннего кармана. Если вам это видео интересно, вы можете подписаться на мой канал Лорочка Счет, нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И вы будете всегда знать, что у вас есть прекрасные идеи и упрощенные технологии. Вы можете эти видео сохранить в свою творческую копилочку и просматривать прекрасные технологии, упрощенные технологии, которые накоплены многими-многими годами моей творческой работы. И я с вами сердечно-сердечно делюсь этими знаниями. И хочу, чтобы каждая женщина, которая желает пошить упрощенную технологию или прекрасные модели, или прекрасные идеи, неповторимые идеи, эксклюзивные идеи, вы можете увидеть на моем канале Лорочка Счет. И также, если вы хотите помочь моему каналу Лорочка Счет, реквизиты банка под описанием. Я буду очень